Путин равно фюрер. Он самый настоящий фашист, он истребляет Украину. Вначале он всем врал и заливал в уши, что он так любит украинцев, что это братские народы. А сейчас он пошел с так называемой специальной военной операцией туда. Мы можем насиловать украинских девушек. Ты, сука, бог их. А ну, чхарит, а мама, чего ты такая? Вы кто такая? Не трогайте меня. Да. Да, я ничего не делаю. Я не делаю. Молокососка. Что вы выбираете? Как что выбираем? Хорошую жизнь. Чтобы вернуться в Советский Союз. Руки и ноги поднял. Поэтому нам только надо в сторону России. Почему? Я же гражданин Российской Федерации. Как? Важно и очень. Я на пенсию вышел оттуда. За Россию, за победу. Навсегда. Присоединение к России, победу России. А как вы это видите? Очень перспективно. А где? Днестровье это тоже наше. И Россия будет здесь, у нас. СССР как было. А это нормально убивать людей? Это означает наводить порядок? Да, наводить порядок. Точка. По старшинству, как старший брат, дает им пизделей немножко. Успокаивает Украину. Изменит Молдову. В каком смысле? Потому что Россия изменится. Россия изменится в лучшую сторону? Конечно, не будет агрессором больше? Ну, вот, видите, попали. На агрессию. Попали, да. А кто агрессор здесь? Вот? Никогда за него не голосовал. А сейчас он буду голосовать. 100%. А чем он сейчас, не знаю, да, вас как-то весь мир покорил? Любит. Весь мир любит. Какой мир? Весь мир на земле, даже негры. То, что сделала Украина с собой, и куда она стремится, как же и Молдова. Пошли. Неправильно. А вы думаете, что Украина сама это сама убивает? Бабуля, меня сейчас оштрафуют. Нет, алло. Я все, это не думаю. Ну, это не выбор, это так просто показать, что люди против Путина. Надеюсь, большинство. Не голосую за фашиста Путлера. Я родилась уже в тот момент, когда он был президентом. Если ты голосуешь за диктатора, за тот, кто начинает войну, значит, ты соучастник. А там написано «мор». То есть там никогда говорят «еще, больше. Володя, а никогда за что?» Никогда больше. И за что победили? No more time. Не Путина. Думаете, что-то изменится после этих выборов? Возможно, нет, но таким образом, мне кажется, можно показать, что таких людей, как мы, которые против, много. Потому что в России меня либо посадят, либо отправят убивать. И вы не против этого? Сейчас два варианта у всех. Скажем так, представители мужского пола. И вы против этого? Само собой, естественно. Я считаю, что это самая большая катастрофа, которая случилась. Это военное преступление, которое должно быть наказано. В итоге все виновные будут наказаны. Я на фоне этого бросил курить. Я хочу увидеть живым, как это все закончится. А вы против войны или за войну? Я не отвечу на этот вопрос. Если я за мир иду голосовать. За мир. Удачи вам. Спасибо. О том, что Россия держит свои войска на территории Приднестровья без согласия Кишинева. Я считаю, что она правильно делает. Она защищает своих граждан. Воевали братья с одной и с другой стороны. Потому что были военно обязаны. Не знаю, кто во что верил. Но кто напал? Тоже... Кто начал? Напала Молдова. На кого? На Приднестровье. Так Приднестровье это тоже Молдова. Значит, на самих себя.
как украинцы. Сами себя так, убивают. Все, хватит мне с вами говорить, у меня нервов не хватает. Следующий, зайдите. Я русский, из Киева приехал. Много народу живет, разных гражданств и национальностей. Как ваше имя? Роман.